You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Всем здорово, дорогие друзья. Меня зовут Данил, вы на канале XSmile. И по-прежнему у нас с вами всеми любимая бимка. Ребят, прошлая бимка набрала 490 просмотров. Или 400 с чем-то, или 419, не суть. Всем большое спасибо, прожимайте лайкосики, если вам это нравится, буду продолжать и делать кучу-кучу всего интересного. Подобрал более интересные сценарии, потому что здесь, не очень. Давайте-ка мы с вами погоню по восточному побережью пройдем. Провайдер BIM.com все еще не наладил интернет в полицейском отделении. Ваше терпение лопнуло, время побеседовать с монтажником лицом к лицу. Остановите фургон. Поехали! Наше интернет-соединение лопнуло, и терпение у мента, соответственно, тоже. Поэтому сейчас мы с тобой попробуем него мочкануть. А по поводу вообще планов на бимку, что я тебе хочу сказать. Я нашел один офигенный сценарий. Будет очень интересно. Это будет либо было в видосе до, либо будет следующим видосом, потому что я сейчас хочу два вот этих видоса записать, и будет вообще офигенно. Так. Провайдер BIM.com все еще не наладил интернет, но мы это прочитали. Все, окей, поехали. Где он? Покажи мне его. А ну-ка, ты где? Ну мы пока едем. Мы пока гоним, нормально. Поехали. Надо будет понять вообще, где он, кто он, почему он. Ну-ка. Офигеть, что за подфризывания такие небольшие? Ничего себе. Где фургон? Мы тут уже не летим. Оптанон, стоять! Все. Хана, приплыли. Тупо на ровном месте. Просто приплыли. Ты зацени просто. Ну, все это конечное. Вот серьезно. Давай еще раз будем пробовать. Поехали. Нам нужно разогнаться и перехватить этот фургон просто как только... Как только, и вот я не знаю. Это у нас, если что, Джошуа. За рулем у нас Джошуа полицейского отделения. То есть все над ним прикалываются, все над ним угорают, говорят постоянно... Я не знаю, что за имя, блин, тебе дали. Но ничего страшного. Он ведь понимает то, что это древняя реликвия семьи. Его имя, да. Опа. Стоять. Сюда. Вот это мы хорошо его на стоп насадили. Вот это перехваточка. Вот это я... Эй, куда поехал? Во-во-во, правильно, стоять. Стой, дорогой мой друг. Надо было бы его сзади зажать. Успех! Есть! Есть! Мы его с вами поймали. Главное вовремя перехватить. Памс! Все, минус. Окей. Сценарий. Переходим к следующему сценарию. И это у нас получается. Погоня по восточному побережью 3, друзья. Догоните прокачанный Бракел Легрейн за рулем полицейской машины Ibisu 200BX с турбированным двигателем. Вая, это же вообще NSX, по идее, 200-й, японский. Ребят, вот это ментовская тачка. Вот это я понимаю, конечно. Сейчас заценим, сейчас догоним, сейчас всех перебьем. Конечно, бить будет ее... больно, страшно, потому что не хочется. Ребят, пролаги в вебке, потому что вот грузится. Я думаю, это не страшно. Погоня по восточному побережью 3. Поехали. Гоу. Иди сюда, мой родной. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, и мордочка узнаваемая, ее чуть-чуть переделали. Блин, пока камеру достраивал, уже ушел, уже врезался. Ну ничего страшного, вроде бы ничего не повредили. Ну как, меня теперь вправо клонит немножечко, хотя я ударился влево. Остановите машину, быстро! Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Ох ты ж. Вот это меня расплющило просто, блин. Тьфу ты, волосы лезут в глаза. Вот это меня расплющило. Поехали, давай попробуем еще раз догнать. Вот он, этот засранец, мы на японской легенде, блин. А ну-ка быстренько, фщух, давай, турбированный двигатель, 0,6 бара, пошла жара. Давай, малышка. Да не так давай, ой-ой-ой-ой-ой-ой, мы вроде бы с тобой не на дрифт срали собрались. Давай, догоняй, где мигалки, я не знаю, можно посигналить. Ой-ой-ой-ой-ой, он ударился, нам нужно его догонять. Так, номер 228-01, остановите машину. Иду на
подрез. Опа! Вот это хорошо, сейчас я его прижучил. Все, зажали, зажали. Ах ты ж, зараза, а ну иди сюда. Стоять. Зараза, он будет уезжать, наверное. Коробка тупит, блин. Вот так мы его сейчас с тобой развернем. Смотри, смотри, какой настырный, а? Смотри, он покатил, блин. Давай, коробочка, давай быстрее, задний привод, цепляйся. Нет, нет. Давай, давай, друг, тащи. Подберитесь ближе, я хочу. Я надеюсь, он под... Ну, я надеюсь, он где-нибудь там, блин. Ну как он может сейчас далеко уехать с такими повреждениями, ты мне вот скажи. Мне кажется, что офигеть, он умотал уже. Но мне хана левому колесу, меня тянет в левую сторону, направо толком не поворачивает. Просто не поворачивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, я правой стороной ударился, надеюсь, будет нормально теперь. Офигеть, он умотал. Но мне кажется, он скоро закипит. Ты посмотри, какой дымище с него прет просто. А ну иди сюда. Правда, мы без мигалок. У нас мигалки сломаны каким-то образом. Почему-то. Почему, я честно скажу, я не знаю. Почему? Это не я. Это не я скрутил динамики, сигналки для своего гудка. Опа, да. Ты... Ты видал, что там кроется, да? То, блин, с чем мы не могли догнать какую-то атмосферную, блин, херню просто. А ну давай еще разочек. Мы почти были у цели. Быстренько, хоба, газу даем. Блин, даже не знаю, какой привод у нее, блин. Давай салончик сейчас заценим. Ой-ой-ой, тут все дела, смотри. Все, что надо, есть. Вообще шик и блеск. Ну ладно. На перехват идем. Идем на перехват. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Все, стоять. Вот это ты мне сейчас в дверь всадил. Стоять. Стоять. Все. Все. Нет, нет, нет. Давай, давай, задняя, быстро. Все, ты никуда не уедешь, мой хороший. А у него нулевик стоит, смотри. В деревья его. Все. Все, он не уедет никуда, дружище. Не уедешь. Я тебя еще сейчас сзади зажму. Все, хорошо, теперь на дорогах будет спокойнее. Конечно, шериф Данилкин здесь. Как там? Скиллуха в деле, письки на пределе. Мент Данилкин, или как я сказал? Блин, я уже... Че я сказал? Блин, я что-то вообще не понял. Сам не понял. Так, поехали снова, у нас менты. Что-то мы быстренько с ними справляемся. Слушай, ну мы реально просто тут шерифчик самый главный такой вот. Всех сейчас расхреначим. Заправочную станцию только что ограбили. Очевидцы утверждают, что преступники скрылись на Сальят Вантовер. Найдите и арестуйте грабителей. Поехали, найдем и арестуем грабителей, блин. Мне бы теперь найти этот сценарий, потому что я Escape случайно нажал. Но ничего страшного, погнали, погнали, погнали. Ничего, вебка немножечко пролагала. Проц. Странно, проц вроде бы, ну, типа тащит, все тащит, но пролаги все равно идут. Бимка не щадит компьютер, мне кажется. Либо это из-за того, что я поставил новую оперативную память. Тоже, скорее всего, может быть. Имеет место быть, честно говоря. Поэтому тут уже... Заправочную станцию только что ограбили очевидцы. Ну, поехали. Подожди, стабы офаем. Погнали. Зачем нам стабики? Зачем нам стабики? Погнали. А ну-ка, иди сюда. Где? Я же только что был на заправочной станции. А, или я приехал на заправочную станцию, очевидцы сказали то, что... Блин! Все. Вон он умотал. Я тупо встретил, вот просто. Ребят, с вашего позволения, разрешите мне попробовать от первого лица это дело сделать. Ой-ой-ой, какой ноутбук у нас тут жесткий справа, зацени. Ну мы сейчас дадим жару, вообще конкретного жару дадим, зацени. Сейчас мы... Опа, с ручничком. Пошла жара. Здесь хотя бы машина чувствуется, ну и более реалистично, что ли. Давай, 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 сейчас заценим. Как в гоночках. Ой-ой-ой, сейчас опасный пит-маневр был. Ну мы, слушай, нормально так-то его догоняем, блин. Заправку он ограбил, а не едет нифига. Так, стоять, остановите машину, гражданский. Остановите автомобиль, иду на подрез. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А ему пофигу, в смысле? Дружище, а ну-ка, давай-ка иди сюда. Опа, подсекли. И вот так вперед ему еще.
Все, стоять. Он не хочет, смотри. Ладно, тогда пробуем по-другому чутка. Вот так. Проверенная техника. Вот и все, дружище. Моторчик, все, закипел. Никуда ты, эти еще пода... Алло, я тебя наоборот подтолкнуть хотел еще глубже. Ну ладно. Смотри, какой настырный, а? А ну иди сюда, зараза. Все, ему плохо уже. Давай, вот так. Ой-ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Вот так тебя добавить. Мы просто уже и свою машину разбили в нет. Просто разбили в нет. Но все, дружище, оставайся здесь. Откисай. И все-таки это ради того, чтобы украсть пакетик чипсов. А, он пакетик чипсов украл. Ничего себе. Нет, тут, блин, реально интересно, что продумывают вот эти все сценарии, блин. Прописывают это все. Ты посмотри, что нас дальше ждет. Это просто что-то с чем-то интересное. Вот, поэтому давай-ка мы с тобой после ментов сейчас погоня по восточному побережью. То есть по восточному побережью было у нас 3, по восточному побережью 4, по восточному побережью 2, и вот по восточному побережью 1. Странно, да, как-то идет? Хотя снизу вверх должно, типа, по навезе. Ну ладно, не суть. Подозреваемый замечен за рулем черного Габриэла Берстоу. Как там, Берстоу? Рядом с пилорамой. Задержите его. Хорошо, договорились. Вроде бы мы, типа, сейчас показывает то, что мы на черном вообще Габриэле. Вот серьезно. В чем приколы, я не понимаю. Ну, типа, вроде бы как мы на черном. Не знаю. Если мы будем на черном, то, по идее, мы с вами подозреватели. Вот так вот. Но сейчас, по идее, мы даже не за ментов играем, понимаешь? Типа... А, за ментов! Ну, поехали, поехали. На Гавриильчике. Ой-ой-ой-ой-ой, задний привод, драгстер, все дела. Какой ты жесткий, молодой. Куда собрался, полевой? Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Вот она, пилорама. Вот он, смотри, как... Смотри, что творит. Лихач! А ну иди сюда. Тихо. Ну вот, поворот. Вот ты заверни чуть-чуть левее или правее заверни. Нет, надо по центру вот. Не, ну ты посмотри просто. Капот открывается. Нужно отпереть изнутри. Ну, извините, к сожалению, я не могу его отпереть изнутри. Поехали еще раз попробуем заценить. Со шлифами. Нам дали вызов. Нам вызов дали. То, что подозреваемый Маселкин, короче, какой-то. Я не знаю, почему его так назвали, блин. Какие-то гномики придумывали, но это не суть. Короче, подозреваемый Маселкин лихачит просто-напросто. Просто, только так. И вот он, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Так. Поехали, вперед. Вперед за ним. Все, разгон, разгон пошел. 120, 130. Пятая. Щух, погнали. Остановите машину, Маселкин, я знаю, что это вы. Зачем вы украли с магазина кучу перчаток? Все, хана, хана, драйвшафт вырвало, серьезно. Как? Просто его нет. Просто я дальше не еду. Вот просто, я дальше просто не еду. Как так-то? Поехали. Сегодня мы с вами, я думаю, добьем сценарий, посмотрим. Может быть, еще одна серийка по сценариям выйдет. Так что поехали. Сейчас заценим. Так, здесь, я думаю, сильно не нужно разгоняться. Нужно вот здесь. И вот здесь, по левой части, на перехватик. Вот так вот. Опа! Ты что, не ожидал, мой хороший? Так, я в это дерево больше не впишусь. Ой-ой-ой, еще чуть-чуть и бампер бы аккуратненько раздели. Вообще было по красоте. Так, погнали. Погнали, разгон. Разгон, пошел, пошел. Маселкин, тормози, я знаю, что это ты. Здесь правее заранее берем. Опа, все, Маселкин. Стоять, быстро, в кувет его. Ой-ой-ой, сами в кувет ушли. Сами ушли в кувет. Маселкин, ты что творишь-то? Алло, все, тормози. Капец, он мне просто пол морды погнул. Просто по мне проехаться решил. Мне там капоту просто, посмотри, не поздоровилось. Но это успех. Великолепно, друзья. Великолепно, нам говорит сценарий. Что я еще могу вам предложить? Давайте посмотрим, что еще можно будет посмотреть. А, получается, мы с вами закончили погоню. Скоростной спринт. Интересно.
Пронеситесь по центру Белавского и наберите максимум целей за отведенное время. Сумеете набрать идеальные 16? Да, конечно, сумеем! Конечно, сумеем! Ты помнишь вообще, как я мочил, блин, этих всех преступников на своей машине? Конечно, сумею сейчас, дружище. Конечно, сумею. Как еще ко мне, блин, этот, спрашиваешь вопрос? Сейчас умею, дружище. Я тебе покажу, как я умею. Ты еще просто не знаешь, как я умею. Ты еще меня недооцениваешь, дружище. Я умею, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому сейчас я покажу вам, как я умею. Я умею, мама, не горюй. Что-то загрузка еще какая-то долгая. Что с компом стало? Тянул все легко, все четко было. Сейчас что за дела? Вообще непонятно. Смотри. Что ты так долго грузишься? Там же обычный ралли, блин. Скоростной спринт. А, там трафик он прогружал. Здесь трафик. Но FPS-у не поздоровится. Посмотри, как пролагало. Просто. 30 кадров. Просто. 44. Алло, i7, блин. Давай тяни, давай грузи. Поехали. Я думаю, что я не сумею набрать все 17. Куда мне? Направо, налево, я не знаю. Но я направо поверну. Поехали. По встречке, да пофигу мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Все. Все, друзья, мы приплыли. Давай еще разочек попробуем, и все, не больше. Потому что лагает что-то вообще капец. 50 кадров. Тут трафика дофига просто. Поехали. Разгон. Щух, взлет. Приземочка. А, нам направо, смотри, а я налево поехал. Нам направо надо, дружище. Покатили. Вот это я понимаю, разгончик. Но вот здесь повыше FPS так-то. Ну так неинтересно. Или надо просто motion blur выключить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь нету ничего. Быстро разворачиваемся. Только я мог его найти. Но не суть, мы не сдаемся. Поехали. А, успех. Третье место я взял. Ну все, ладно, фиг с этим сценарием, потому что надо будет мне потом после видосика разобраться, вообще понять, в чем дело. Так, это у нас с вами был скоростной спринт. Голиаф. Водитель фуры устроил хаос на шоссе. Остановите его любой ценой. Задача непростая, но о повреждениях машины можно не беспокоиться. Поехали. Хорошо. Хорошо. Договорились. Не беспокоиться? Так не беспокоиться. Без проблем. Блин, вот это нормально, да? Fire Rescue. Или как он? Рискуя. Fire Rescue. Автомобиль, блин, какой-то прикольный. Прикольный, я тебе скажу. Так, окей. Окей, давай, давай, загружайся, сейчас я посмотрю. Да вроде... Да блин, он даже не горячий, типа, но он не дует даже. Не пойми, чё. Не пойми, чё работает, блин. Где производительность? Голиаф. Поехали. Вперед. Подожди, нам нужно отрубить. Вот так вот и 4 ВД ставить. Все, поехали. Минус табы и тупо 4 ВД. Где фура? Покажите мне эту фуру. Ах, вот она фура. Ха-ха, беспредельщик. А ну иди сюда, мой родный. Сейчас я тебя прижму. Прижмитесь к обочине, уважаемый. Давай просто сначала попробуем. А ну прижмитесь к обочине, уважаемый. Не хочет, сори. Прижмитесь, иначе я буду... Блин. Офигеть, меня зажало просто. Ну-ка, что он там внутри? Ах ты ж зараза, смотри, что везет с собой, а? Воздух. Вот это ты ушлый, конечно, но здесь все. Здесь я уже без бампера. Здесь мне нужно идти на опережение, дальше мост. Но он меня сейчас может зажать просто. Вот так я его сейчас попробую. Нет, нет, не выходит. Я его отпускаю. Пока мисс, я его отпускаю. Нам, конечно, блин, бочинку... Бочинку, да, привалили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, аккуратненько, он не вписывается. Его здесь можно было бы вжучить вообще хорошо, блин. А ну-ка, давай сейчас попробуем. Вот это опасный маневр, совершаю опасный маневр. Опа, все, стоять, остановите машину. Остановите автомобиль, уважаемый. Ой-ой-ой. Останови.
Стоять! Ой-ой-ой-ой-ой, он меня развернул. Все, хана. Он мне тупо сейчас минус колесо. Просто, посмотри, как он меня за... Да ты чё творишь? Он вообще, он неадекватный. Он в пьяном виде, скорее всего. В пьяном состоянии. Ну, смотри, я его остановил с собой просто. Он не может дальше поехать. Ну, слушай, это успех, я считаю. Я считаю, это успех. Но мне кажется, нужно сыграть еще раз, потому что это было не столь интересно. Давай попробуем еще разочек обязательно. Поехали. Поехали, попробуем его остановить немножечко по-другому. Два дистрик у него, К-25, это Гавриил какой-то, офигеть у него, тут все дела, все навороты, СГУшечка, МГУшечка. Тихо-тихо, камни, камни, ой-ой, да все, я не доехал, просто я не доехал. Баба Зина, с которой я ехал, которая меня сопровождала, выпала нафиг. Все, это хана. Приплыли, называется. Так, погнали. Давай еще разочек. Я просто, подумаешь, не вписался в поворот, блин. Просто подумай. Это, блин, это представлял просто наш... Наш Кенбоу. Кенбоу его звали, Кенбоу. Вот, представлял. У нас получается он. А там спереди русский дальнобойщик Петя. А ну-ка, иди сюда. Прямо в бак ему. На! Ох ты ж. Вот это я сейчас офигенно приложился. Просто, у него бак разнести там должно было. Посмотри, как я его смял. Ты глянь, он меня сталкивать еще хочет. Но хана моему колесу просто. Давай-ка мы его сейчас попробуем так остановить. Но нет, скидываем, скидываем на обочину. Алло, нет, нет, нет. Ну все, здесь я... Он мне еще, блин, морду по... Ну мы сейчас попробуем его догнать, конечно. Я ничего не обещаю, но здесь я уже его не догоню. Здесь двигатель наружу, здесь хана просто колесиком, всем, всему хана. Давай еще раз попробуем. Кэмбоу! Давай не подводи. Опа, касцена пошла. Вот это я понимаю. Давай заново прожмем. Все, старт. Чуть-чуть, подумаешь, чуть-чуть подбагалось. Поехали. Кэмбоу, давай не подведи, у тебя есть задание. Внутри его жена, то есть дальнобойщик. Получается, Кэмбоу не подозревал то, что его жена подрабатывает на трассе. И из-за этого его подобрал дальнобойщик. И тут дали сведения, то, что оказывается, это дальнобойщик-маньяк, который похитил его жену. Поэтому наша задача просто-напросто сейчас остановить аккуратно, любой ценой. Показать, что мы умеем. Показать, что мы моем. Стоять. А ну, остановись. Остановись. Зажимаем, зажимаем колесо. Тихо, 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 тихо. Не даем развернуть нас. Применяем небольшую силу. Небольшую силу применяем. Остановите. Остановите, дальнобойщик. А ну, стоять. Смотри. Настырный какой, а? Ну ладно, подотпустим его давай. Сейчас с новыми силами. Он нам дверь уже просто вмял. Так. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, нам дверь заживал. Направо уходи, направо. Он нам порог зажим... Ты посмотри, все, он меня просто тащит. Колесо... Что с колесом? Что с колесом? Все, остановись, тормози. Тормози, мой хороший. У меня жена там. Правда, уже не жена, скорее всего. Вот это я молодец! Кто молодец? Кэнбол! Вот это четенько остановили. Просто, по минималочке. Нам нужно было всего лишь там... Заедем к Петровичу в гараж, она быстренько подшлифует дверь... Сделает колесико, все. Ну и к Бахе на СТОшечку. Ну так, чисто. Крахе, точнее. Так, это у нас вот этот был, получается. Трасса Гаврил с трамплинами, я думаю, это мы с вами не будем. Побег из порта тоже, я думаю, прыжок в цель мост. Интересно. Интересно. Или давай-ка мы с тобой напоследочек, выбывание. Уберите бочки с дороги, избегайте столкновения с камнями. Опа! Давай вот этот сценарий напоследок мы с тобой пройдем. И все, будем знать, будем помнить, что этот сценарий мы прошли. И все, 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 отлично. Так, окей. Загрузочка идет. Ну что-то опять, она какая-то, блин. Честно говоря, не знаю, что компик, что-то это. Такое ощущение, как будто бы я оперативу воткнул, блин, и он медленнее стал. Ну не знаю. Так. Дорога заблокирована, но вам нужно проехать. Кроме того, вам хочется сбить как можно больше бочек.
Выберите как можно больше целей в течение 60 секунд. Поехали. А ну стоять, 4 ВД сразу ставим. Что за дела? Да газуй! Покатили. Ой-ой-ой-ой-ой, бочек. Они это бочками называют? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я, конечно, сбиватель. Да мне пофигу, я прямо на них налетаю. На, по красоте. Ой-ой-ой. Все, все, я приплыл. Я приехал. Давай попробуем еще разочек. Погнали. Сейчас попробуем аккуратненько сбить. Просто предельно аккуратно. Вот так вот. Потом вот эту вот так вот. Эту вот так вот. Эту бочком сбили. Ой-ой-ой, хорошо, что столб... Нет, камень! Нет! Скотина! Опа, сюда. Капец, нам подмяло крышу просто. Камни, идите-ка вы отсюда куда подальше. Нам надо сбить за 60 секунд. Сбито препятствий. 0 из 30. Ой, 0, 8. Смотри, сколько их там. Давай, раз, два, три, четыре. Блин, 5 пропустил, 6 пропустил, 7 пропустил. Эту я не пропущу. Сюда. Капец, меня занесло, я попытался вырулить, блин. А нормально не это. Ну капец, меня побили эти, блин, бочечки. Просто подумаешь, да, деревянная решеточка. Капец, они с пути сбивают просто. Я на 4 ВД, блин, пру как танк. Успех, успех, лучший результат. Успех, хорошо, хорошо, хорошо. Что я тебе еще раз? Давай попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это Пентагон. Вернуться к миссии, можно? Давай попробуем. Последний раз сейчас как можно жестче сделаем. Нам нужно 30 за 60 секунд сбить. Я думаю, я не успею, конечно, 30 за 60, но что-то постараюсь я сделать в этом плане. Так, вот это мы просто вот так делаем по красоте. И тащим за собой одну. Она будет работать как барьер. Опа, 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 опа. Сюда. Аккуратненько. Опа, вот это хороша пошла, а? Поехали. Раз. Два. Тихо, не заносись, пожалуйста. Так вот. 18 уже, смотри. Вот так вот, бочком. Я приноровился, отлично, пошла дальше. Опа. И вот это еще. Вот так вот. Сколько, сколько, сколько сбил, сколько? 88 очков. На 3 звезды нужно 100 очков. Ну ладно, это, я думаю, не страшно. Что ж, дорогие друзья, на этом мы будем с вами заканчивать и прощаться. До следующей серии по Бимочке. Если тебе понравилось, прожимай лайкосик, подписывайся на каналчик, переходи на разные плейлисты, либо же в телегу по ссылочке в описании. В общем, всего хорошего тебе, пока-пока.